вообще сохранилось. Два списка выделили, один хранится в Петербурге, а второй в отделе рукописи Российской государственной библиотеки. Бодрин этот был написан Вяземским по просьбе директора императорских театров Кокошкина для бенефиса актрисы Марии Дмитриевны Львовой-Семецкой. Вяземский не смог отказать своему приятелю, но, как он сказал, он не знает за собой никаких драматических способностей. Поэтому он соглашался снабдить начинку Глебов в ту пьесу, которую составит другой. И вот он обратился к Грибоедову с предложением о таком совместном проекте. Они условились в общем замысле, и было решено, что Грибоедов оставляет сам замысел, все действующие лица, но вот уже именно Грибоедов пишет не связь. Хотя он запаздывал со своей работы, и на последнем этапе Грибоедов написал частичные стихи на Хлебнина. Поскольку Вяземский незадолго перед этим вернулся из Варшавы, где он служил, по его предложению Вудвилю был дан польский колорит, главные герои там поляки. Чем интересен вот этот вот суфлерский список? Здесь есть пометы, это можно будет подойти и посмотреть, редакторские пометы, сделанные рукой Петра Андреевича Вяземского. Вудвиль был поставлен на московской сцене 24 января 1824 года. Вначале он не произвел большого впечатления. Там было несколько причин. Ну, во-первых, он был плохо отрепетирован. За три дня до постановки Вяземский писал Тургеневу, что они пытаются разучивать с главным героем роль, с главным актером, актер прекрасный, но он играет деревянный. Вторая причина была в том, что, возможно, завсегдатаи театра заметили некую вторичность вот ее по брату, то есть сестра, по отношению к пьесе Шахоскова «Своя семья». Дело в том, что в сочинении «Своей семьи» Грибоедов тоже принимал участие. Там такой же сюжет, то есть за счет переодевания главный герой добивается расположения родственников своего мужа. Ну и, наконец, третья причина дело в том, что Вудвиль приняли в штыки за Гостин и Писарев. Писарев тоже писал пьесы для московской сцены. Вудвиль Вяземского Грибоедова, он, очевидно, увидел некое соперничество своему собственному труду и встретил Вудвиль мелочными, дирчивыми нападками лестники Рова. Ну, собственно, как потом и смог увидеть «Горе от ума». Между Писарем с одной стороны и Вяземским Грибоедовым с другой стороны разгорелась эпиграммическая война. Ну и вот тяжелые орудия этой войны тоже у нас здесь представлены. Самое тяжелое орудие – это, конечно, эпиграмма. У нас здесь любопытный тоже документ. Это копия, вот у них хранится Варгалин. Эпиграмму придуманную Грибоедовым, но переписанную рукой Петром Андреевичем Вяземским. И здесь же представлена копия статьи Вяземского «Мое последнее слово». Она была опубликована в Тамбовском журнале. Этой статьей Вяземский довольно мудро завершал эпиграммическую войну. В том же 1823 году, когда проходила работа над Вудвилем, Грибоедов читал Вяземскому и «Горе от ума». Существуют разные датировки, когда он это делал, но, скорее всего, осенью 1823 года. И, как писал Вяземский потом в своей статье «Дела и пустяки давно минувших лет», значит, слушая эту значит, комедию, во втором явлении второго действия, после падения с лошади Молчалина, соответственно, испуга и обморока Софии, Чацкий говорил: «Жалобы с ним убийца для компании». На что Вяземский сказал, что это пошлое выражение «убийца для компании». И было бы лучше, если бы из уст князя, из уст Чацкого, тем более Леонова Чацкого, это выражение было бы передано служанке Лизе. Грибоедов послушался Вяземского, и действительно для компании было передано Лизе. И вот это свидетельство Вяземского, как он говорил, что в тексте «Горе от ума» есть и «моя капля», но если не мед и желчь, то капля чернил. То есть точка, вот, которая эту реплику разделила на две части. И это документально подтверждается вот этим замечательным документом. Это тоже копия. Подлинник – это особо ценный экспонат культурного наследия народов России. Это знаменитый музейный автограф «Горе от ума». Почему музейный? Потому что он хранится в Государственном историческом музее. Автограф, потому что это первая редакция «Горя от ума», написанная рукой Грибоедова. Да? И если мы внимательно посмотрим, вот здесь вот как раз наверху видна та самая пометка,
документа, который Грибоедов сделал по совету Чацкого. Там действительно фраза поделена на две, и сверху написано «Лизе». И если мы посмотрим сейчас, как публикуется «Горе от ума», так во второй редакции вот это вот для компании произносит служанка Лиза. Первое впечатление о Вяземском от комедии было скорее положительным. Он сказал так: «Грибоедов читал у меня и про одного меня комедию свою». Я не могу вам сказать, к сожалению, точно, что могла бы означать эта фраза. Но у меня, это понятно, у князя, а вот про одного меня. Возможно, свои черты, язвительность, красноречие, острый ум, оппозиционность. Молодой тогда князь Вяземский увидел главным героем комедии Чацкого. Хотя в обществе ходили слухи, что прототипом Чацкого является Чаадаев. И если вы тоже посмотрите на этот копию музейного автографа, обратите, пожалуйста, внимание, как писалась в первой редакции фамилия Чацкого. Да? Она писалась Чадыцкий. Вот еще раз, да, намек на Чаадаев. Кстати, про это спрашивал Пушкин Вяземского в том же 1823 году. Что такое Грибоедов? Мне сказали, что он написал фамилию Чаадаев. Со временем отношение Вяземского «Горе от ума» менялось. Если в начале, как он сказал, он был одним из первых, кто приветствовал появление «Горя от ума» сочувствием и с живым интересом, с течением времени, по мере того, как князь Петр Андреевич становился все старее и старее, он становился все более и более консервативным. Шла эволюция его идейных взглядов вправо. Ну и, соответственно, отношение его к комедии становилось все более и более негативным. И это очень любопытно посмотреть. Можно увидеть вот ряд его работ, где он пишет про «Горе от ума». Он довольно часто обращается к «Горе от ума», где негативная оценка все нарастает, нарастает и нарастает. В статье «Дела и пустяки давно минувших лет» мы опять-таки показываем скан этой статьи, подлинник хранится «Прогорит». Она была предназначена Вяземским для публикации, написана в форме письма к Лонгину, и, кстати, была опубликована в русском архиве. Вот там князь Вяземский, сказав, что «Горе от ума», конечно, очень любопытное явление на русской сцене, он боролся с критиками. Ему не нравились однотипные, клишированные взгляды на «Горе от ума». Особенно ему не понравился, конечно, этюд «Миллион терзаний». И вот, возможно, именно появление этого этюда и спровоцировало князя Вяземского на ужесточение своей критики. Не называя прямо Гончарова, Вяземский спрашивал, хотелось бы узнать у литературных критиков, из каких капиталов они выдают патенты на литературное достоинство. И, соответственно, кто их уполномочивал использовать такие эпитеты, как «бессмертные», вот по отношению к этой комедии. То есть здесь надо понимать, что Вяземского раздражало даже не столько вот само произведение, а сколько именно то, как оно трактовалось в русской критике. Ну и что касается самого произведения. У Вяземского тоже были нарекания. В частности, он говорил, что это не комедия нравов, а развязочек, потому что если искать вывески современных нравов в Софии, то это поклёп на нравы. Он говорил, что светская барышня так не вела себя, и, как он сказал, что ему даже сложно себе представить актрису, которая вот согласилась бы сыграть Софью, поклёп на нравы. Его очень устроил характер Чацкого по многим причинам. Часть он изложил в этой статье, а часть и очень подробно вот в этой работе заметки о комедии «Горе от ума». Они были черновые, мы вошли в состав старой записной книжки, черновых вариантов старой записной книжки. При жизни Вяземского они не были опубликованы, их опубликовал уже в 1999 году Ильинский. Поэтому, не рассчитывая на публикацию, в этих заметках князь Вяземский сказал все, что он думает по поводу Чацкого. Он сказал, что единственное смешное лицо в комедии – это Чацкий. И смешон он по трем причинам. Ну, во-первых, он смешон, потому что он умный человек, а при этом явился в холду, который не имеет ни девической прелести, ни девической скромности. Второе, он смешон потому, что он, будучи светским человеком, не умеет вести с девушкой, которую он любит, такой разговор, который бы понравился этой девушке. Светский человек начала 19 века умел нравиться девушкам. Ну и, наконец, в-третьем, эта глупая, как писал Вяземский, любовь увлекает его в не менее глупую ревность по отношению к
начальник, которого он сам же считает полнейшим начальством. Ну и дальше Вяземский говорит, что ум, который есть у Чанского, это ум, конечно, который приносит действительно горе своему хозяину. И вот такое его отношение перекликается с пушкинской оценкой Чанского. Да, мы помним, что умный человек должен с первого взгляда знать, с кем он имеет дело, не питать бесер, перепетилом и тому подобное. Дальше Вяземский сказал, что ему очень нравится характер Фамусова. Тут в этой статье заметки спрашивал, а почему вы там считаете Фамусова отрицательным персонажем? Он человек дюжий, старого покоя, но он не лишен определенной привлекательности. Более того, он даже по-своему заботится о Чацком. А в конце, в этой же статье, он даже сказал и про Молчалина. Он сказал, да, у Молчалина есть главное свойство умеренность и аккуратность. Да, и зал всегда смеется при этой фразе. Он говорит, ну а если подумать, вот в реальном человеческом общежитии что плохо от разумеренности и аккуратности? Это плохие качества. Это очень любопытные оценки, но я вам еще раз говорю, это пишет старый князь. Очень старый князь, который ностальгирует. Он ностальгирует по старой, до пожарной Москве. Это было время его молодости. Это лучшая эпоха его жизни. Это время, когда он дружил с Пушкиным, с батюшком, с Давыдовым. И воспринимать старую допожарную Москву только как темное царство, как фамусовскую Москву, старому князю, это было жаль. Это было обидно. Ну, собственно, как любому пожилому человеку, да, который с такой ностальгией вспоминает время своей молодости. И поэтому, мне кажется, надо еще учитывать вот этот вот возрастной фактор в словах Вяземского о горе родном. Но в любом случае его оценки интересны. Они отличаются тем, что они абсолютно выбиваются из вот общего, скажем так, русла русской литературной критики. Они позволяют действительно по-новому взглянуть на эту комедию, и они показывают какие-то такие черты, которые обычно критики не рассматривают. Да? Например, что и Фамусов имел определенные добродушия, да? Ну, что и качества Молчалина могут быть хорошими в жизни. Мне кажется, это мостик. Это мостик к 1906 году. И к тому, как «Горе от ума» было поставлено на сцене МХАТ. Ведь тогда в чем революционность была этой постановки? Именно в том, да, что и Станиславский пытался найти в характере изображаемого им персонажа какие-то положительные черты. И именно в том, что и Чацкого Качалов показывал не просто как резонера, да, который выходил и вот начинал проповедовать, а как человека молодого, влюбленного, порывистого. И вот это вот стремление показать жизнь, да, и трактовать горе от ума с точки зрения общества того времени, мне кажется, это как раз сближает постановку 1906 года вот с тем, что написал Вяземский. На это позволяет мне перейти в следующий раз. Очевидно, на режиссеров из 1906 года оказало большое влияние знаменитая Дягилевская выставка. Вот, старых русских портретов 18 века, которая пришла в Таврическом дворце. Потому что критики говорили, что актеры были загримированы по образцу старых портретов 18 века. Ну, вот, например, Лиза была загримирована вообще по картинам Венециана. Ну, а молодой Качалов, его грим отчасти напоминал, вот, здесь это явно видно, Грибоедова, да, то есть вот это вот стремление, да, рассматривать Чацкого как альтер-эго Грибоедова, здесь тоже появляется.
Ну и действительно, как уже сказала Софья Михайловна, здесь решили отойти от традиционных штампов. Здесь Чацкий был показан порывистым, влюбленным, и проявил французское общество не как резонер, да, а просто как человек, который рад встрече с этой девушкой, хочет поделиться вот своими чувствами друг под конец, увидев ее трудность, да, он разочаровывается. Ну и, конечно, Станиславский на роли Пандусова тоже был очень любопытен, например, тем, что он пытался найти какие-то положительные черточки в характере своего персонажа. И еще я хотела сказать, конечно, про интерьеры. Один критик, когда говорил про постановку 1936 года, он не мог удержаться от цитаты Репетилова. «Дом построили с колоннами огромный, сколько стоил». Если сравнивать век нынешний и век минувший, то есть постановку 1906 года и постановку 1938 года, можно сказать, что если в той постановке показывали в основном вот любовный конфликт и эмоциональный конфликт, то здесь как раз показывали идейный конфликт Чацкого с французским обществом. И, ну, как уже сказала Софья Михайловна, действительно самым таким новаторством, самым смелым шагом со стороны Немировича Данченко было то, что Чацкого продолжал играть Качалов. Здесь можно было попытаться его загримировать под молодого Чацкого, но, в принципе, не стали этого делать, потому что необходимо было показать его миллион терзаний. Необходимо было показать вот именно его идейную правоту, то есть здесь задача была действительно дать ему возможность сказать вот эти вот очень важные слова и обличить фамусовское общество. Ну а фамусовское общество Немирович Данченко здесь показывал однозначно. Значит, все герои, если они были отрицательные, так они были отрицательны просто до глубин своей черной души. А Лена освещает вот эта фотография, на нее посмотришь и сразу скажешь 38-й год, и в принципе дальше уже не надо ничего объяснять. Да? То есть вот они злодеи, вот оно, это пустое советское общество, да, которое не понимает передовых идей. У нас здесь представлена копия стенограммы, и я читала, что вообще театральные критики с большим интересом читали стенограмму как раз 1938 года, потому что такая однозначная трактовка геройская, ей даже более характерна была для 19 века, чем для века 20-го. И, конечно же, замечательные декорации и замечательные костюмы, выполненные Дмитрием. Мы очень рады, что мы можем представить подлинники эскизов Дмитриева, эскизов декорации. Ну и заканчивается наша выставка 1997 года. Но вот надеемся, что на этом сценическая история «Горе от ума» на сцене МХАТа не закончится, что она будет продолжена и что ваши коллеги продолжат нас радовать новыми и смелыми режиссерскими решениями. Спасибо большое за внимание. Спасибо вам. Давайте мы немножко с вами пройдем по экспозиции, посвященной Ивану Павловичу Карамзину. После этого поднимемся на самый верх, на бигидер, про который вы сказали, оценим прекрасные виды своими глазами. Ну и в завершение гуляем по парадному виду. Ну, здесь не уезжаем на этот лет, и все вместе, потом гостей. Пожалуйста, следуйте за мной.